Разнообразие автомобильного парка города уже не раз удивляло наших гостей. И, наверное, хорошо, что на дорогах все меньше становится старых, отживших свой век автомобилей. Ну а о новинках, да и впрочем, не только о них, думается, рассказ будет интересен. Примерой этой передачи является Toyota RAV4, модели 2001 года, любезно предоставленная нам автосервисом Honda. Машины этой марки, как с правым, так и с левым рулем, пользуются заслуженной популярностью автолюбителей. Надежность, красота и комфорт – вот главные слагаемые успеха Toyota. Что касается внедорожников этой фирмы, то огромные Land Cruiser и Prado давно стали символом преуспевающих бизнесменов. А 4Runner незаменимы на пересеченной местности и на охоте. Вот Toyota RAV4 уже с начала своего производства приковывала внимание своей женственностью и миниатюрностью. Стартовав производство в 1997 году, RAV4 сразу привлекла к себе внимание оригинальным дизайном. И вот в 2001 году конструкция машины претерпела значительные изменения. Она стала более такой продвинутой. Углы фар, внутреннее убранство салонов изменилось, как всегда, в лучшую сторону. Увеличенный, или как модно сейчас говорить, раздутый салон стал больше и комфортнее внутри. А снаружи машина выглядит более внушительно. И как всегда, необходимо напомнить основной принцип автомобилестроения. Машина для водителя, а не водитель для машины. Но в RAV4 незабытые пассажиры, комфортабельные задние места. А открывающаяся в бок задняя дверь открывает доступ во внушительных размеров багажник. Внутреннее убранство, хотя несколько аскетично, но очень оригинально сделано. Особенно вот радует взглядом приборная панель. Выполненные в модном стиле круглый спидометр и информационное табло приковывают к себе внимание. Между ними уютно приспособился такой же круглый тахометр. Коробка передач автоматическая, ее рычаг удобно расположился рядом с ручником. И все это не занимает пространство салона. Это очень такой представительский седан. И причем ничто не мешает ехать. Широко сидишь, удобно, посадка прекрасная, обзорность великолепная. Сейчас у нас будет кусочек гололеда. АБС отстреливает, машина не теряет управляемости. Да. Антиблокировочная система торможения – вещь великолепная. Вкупе с изумительным двухлитровым моторчиком, который не занимает много места в моторном отсеке и выдает отличные тяговые показатели, езда с таким двигателем, а он, разумеется, инжекторный, становится настоящим удовольствием. Что очень интересно, машина себя ведет просто великолепно. Нет ни рыскания ни вправо, ни влево на гололеде. Попробуйте на классической подвеске. При этом ускорение и торможение выполняются просто завидным качеством. Но, конечно, экспериментировать не следует. Все-таки условия российской зимы заставляют многие машины чувствовать себя неуютно. И, конечно, не надо забывать, что RAV4 – внедорожник, присущими этому классу большим клиренсом, что обеспечивает высокую проходимость по различным дорогам российской глубинки. Но в отличие от других городских джипов, здесь сохранена несущая рама кузова, что защищает его от скручиваний на ухабах и грубых переездах. И, конечно же, независимая подвеска, что для джипов не так сильно распространено, как правило, машина имеет задний мост. Но вот в этой машине независимая подвеска позволяет именно себя чувствовать очень мягко на дороге. Нет таких вот дерганий, виляний задом, свойственных некоторым джипам. Стопроцентный седан, классный, высокий, мощный и комфортный. Подведем итог. Toyota RAV4 – это крайне приятный и внешний, и внутренний автомобиль.
оставляющие незабываемые впечатления комфорта и безопасности. А невысокая, в особенности для джипов, цена, примерно 28 тысяч долларов, говорит о том, что, наверное, стоит при выборе либо седана среднего класса, либо городского внедорожника остановить свой выбор на последнем.